Что привычно, как-то непривычно. Рамазан Качкаров впервые сидит за рулем новенького автомобиля. До этого 7 лет его главным средством передвижения была «семерка». Практически каждый автомобилист испытывает волнение в новой машине. Не стал исключением Рамазан, ведь он сидит за рулем уникального автомобиля. Что для вас самое непривычное в этой машине? Пока полный ручной привод. Все нормально. Просто привычка. Машина, которую получил Рамазан, адаптирована именно для инвалидов. Разница в несколько сантиметров между правой и левой ногой полностью лишает его возможности управлять обычной машиной. Поэтому на основании медицинских показаний ему необходима спецмашина. Мы, когда проводим торги, приобретаем автомобили, в обязательном порядке автомобиль переоборудовается. Управление под каждого конкретного автомобиля, согласно его медицинского заключения. В течение 7 лет инвалид имеет право обратиться в фонд социального страхования для того, чтобы возместить капитальный ремонт до 30% от стоимости автомобиля. Значит, автомобили приобретаются за счет средств фонда социального страхования Российской Федерации. Отделение фонда социального страхования занимается обеспечением инвалидов транспортными средствами с 2000 года. Есть ряд нюансов. Травмы должны быть получены или на производстве, или быть результатом профессиональных заболеваний. Автомобили переделываются специально под людей с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от характера заболевания. То есть существуют автомобили для людей с заболеванием или рук, или ног. Каждый такой автомобиль уникален. При этом по истечению 7 лет человек имеет право получить новый автомобиль повторно. За последние 3 года более 40 жителей Карачаева-Черкесии с ограниченными возможностями здоровья стали обладателями новых транспортных средств. В 2015 году выдали 13 автомобилей, в 2016 – 18, а в текущем 2017 году новые автомобили получили 10 жителей республики. Татек Джилавян, Заур Леев, Архыз, 24.